Некоторые журналисты снимаем комбата. Чтобы не говорили, что не бывает на передовой или в бой не ходит с нами, не знаю. Поселок Мироновский. Пошли, командир. Пошли, командир. Красного, ну, пойдет за вами, станет, визуально контакт, 150 метров. Вы осмотрели здесь, они смотрят вправо-лево. Понял, понял. То есть вы идете в новом порядке. То есть смотрите аккуратно. Здесь получается, видишь, он заболоченная, блядь, эта хуйня, все. Ну. Дальше, серый, вы поднялись сюда, если там все чисто, как говорят. Осмотрелись, на саму гору лезть не надо, то есть обошли сюда, обошли сюда. Красный вас ждет на склоне. Если все чисто, ты возвращаешься под склон к красному. Красного группа возвращается назад, и к тебе выдвигается бэха, понял? На прикрытие. И вы ждете уже нашего тогда прибытия. Бэхи одна будет? Одна бэха пока. Это наш боевой бобик, в котором погибло трое ребят, к сожалению. Машина целоваренная. Еще послужит. Ну, тут ребят посекло пулями, осколками. К сожалению, двое погибли на месте. Вера в госпитале. Весик сверху. Запаска. Мухи, гранатометы. Полный боекомплект. Такой вот кубик. Кубик хорошая вещь, конечно. Кубик вещь хорошая. Если бы еще был бронированный, цены бы его не было, конечно. Так.